Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. В ближайшие дни температура воздуха будет меняться. В четверг в восточных районах Латвии столбик термометра опустится до отметки в минус 10 градусов. И это будет самый холодный день на этой неделе. Днем температура воздуха также составит от 7 до 10 градусов мороза. Осадки завтра не прогнозируются, только ночью небольшой снег ожидается в районе Мадены. Весь день будет слабый юго-восточный ветер. Теперь о погоде в Риге. В столице предстоящей ночью ждем 3-5 градусов ниже нуля. Днем похолодает до минус 7. Ветер завтра будет слабым. Весь четверг ожидается пасмурная погода и без осадков. Медицинский тип погоды завтра второй благоприятный. На этом у меня все. Приятного вечера и до свидания.